Всем привет, мы группа МАЗ, и мы хотим подарить своим выступлением несколько минут лета.
будем сыграть парочку лирических песен. Вот. Нет, песня называется «Мы гуляли под дождем». Сейчас хотим спеть песню про странника, который путешествовал по всему миру, но ему очень понравился такой уголок мира, как Калифорния. Двигаться будем, нет? Чё так тупо? Будем двигаться. Поехали! Arriva!
хорошо. Сейчас прозвучит наш сингл. Как ты угадал? А давайте немножко отдохнем, то прыгать устали уже. Лирическая песня сейчас прозвучит. Такая мелодичная. Гармоничная. Thank you.
сказать, эта песня сейчас в номинации «Свежая кровь» на неформатном радио. Ребята, кто состоит в нашей группе, пройдите, пожалуйста, по ссылочке проголосуйте за нас, если вам понравилась песня. А еще сейчас в зале есть один человек, который очень много сделал для этого голосования. Мы хотим подарить ему маленький подарок. Иди сюда, не бойся, смелее. Будешь по утрам о нас вспоминать, наверное. Хотим подарить тебе. А ты не заслужил дружочку с нашим логотипом. Держи. Спасибо тебе. Ну что, сейчас сыграем новую песню. Не знаю, понравится, не понравится. Мне кажется, все мальчики текст должны понять. Жизненный очень. Новая песня называется «Я тебя не люблю». Сейчас играем маленький кавер. Маленький. Сейчас.
мы сыграем песню, которую знают все, которую переиграл Скутер в 90-е годы, чтобы все повеселились, поплясали. Поехали, ребята. Спасибо.
только что при поддержке группы PR Гадага в ноябре мы едем в тур по городам России. Всем спасибо. Извините, я один, пожалуйста.